Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7, урок 41. Найди закономерность и заполни пустые клетки таблицы. Итак, в первой строке мы видим обязательным элементом это круг и прямые линии. В первой клетке одна линия, в четвертой 4. Значит, здесь мы рисуем один круг, две линии, один круг, три линии, один круг, четыре линии. Рассмотрим вторую строку. На втором месте мы видим прямые линии, причем во втором столбце две линии и один квадрат. Значит, в первом будет один квадрат и одна линия, один квадрат, две линии, квадрат и три линии, квадрат и четыре линии. Третья строка. Основной элемент – треугольник. Треугольник и две линии, так как второй столбец. Треугольник и три линии. Треугольник и четыре линии. Четвертая строка. Звездочка и две линии. Звездочка и три линии. Звездочка и четыре линии. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.